Всем привет! Пришла пора наконец записывать очередное DevOps-видео. Это видео у нас сегодня, оно такое сильно теоретическое, мы не сможем руками ничего потрогать, но нам нужно прежде всего разобраться с концепциями, с какими-то теориями, подходами, прежде чем плотно трогать DevOps-инструменты. Потому что если в голове нет какого-то такого общего понимания, знание каких-то там инструментов нам особенно ничего не даст. Видео у нас, оно в основном, конечно, для разработчиков, но, безусловно, будет полезно любому девопсу, админу и так далее, который хочет понять, чем, например, я и такие, как я, занимаемся на работе каждый день, когда работаем с разработчиками. Кроме того, я когда-то там давным-давно говорил то, что девопс-инженеру приходится лезть в то, как сделано приложение, и на меня тут много кто кричал, говорил то, что не надо девопс-инженеру в это лезть, это дело разработчика. Вот пример того, в каком случае мне приходится лезть в работу разработчика. Сразу оговоримся, разработчики, как правило, умные ребята. Если они совершают какие-то глупости, то это только потому, что они не знают, как можно было сделать лучше. Мы сейчас будем рассматривать такого разработчика, который либо никогда не работал с продакшеном, с реальным, либо работал, но в каких-то таких других концепциях олдовых. Мы будем сейчас детально изучать какой-нибудь пример. Я, например, с такими ситуациями сталкиваюсь довольно регулярно. Если у нас появляется какой-то новый разработчик или разработчики, которые никогда не работали с докерами, но это сейчас не суть важно, мы в докер не будем углубляться, мне приходится с ними проходить вот этот вот процесс, который мы сейчас с вами будем пробегать по презентации. Опять же, никаких специальных знаний на данном этапе не нужно. Я надеюсь, если вдруг что-то будет непонятно, задавайте вопросы. Значит, у нас с вами в идеальном мире, так скажем, в компаниях с большими бюджетами, в каких-то таких классных IT-средах, как происходит запуск проекта. Есть какой-то заказчик, у которого есть какая-то идея, он передает эту идею какому-то подрядчику-разработчику, и у этого подрядчика есть куча отделов, в частности, есть какой-нибудь отдел архитектуры, системный архитектор, который прорабатывает решение, есть инфраструктура, которая выполняет развертывание и поддержку этого решения, есть разработка, которая это пишет, тестирование, которое тестирует и так далее. Это довольно-то упрощенная у меня сейчас схема, есть еще там куча менеджеров, какие-нибудь аккаунт-менеджеры, проект-менеджеры со стороны заказчика, со стороны исполнителя. Но в общем виде, грубо говоря, когда запускается проект, он может выглядеть так, когда у нас есть с вами какой-то менеджер, который ставит задачи, принимает задачи, передает их, как-то все эти люди между собой взаимодействуют, безусловно, здесь стрелочками не стал перезагружать экранчик. И как-то это так выглядит. Но современный мир у нас таков, то что, как правило, у нас, в принципе, даже один разработчик, если у него уже появилась какая-то идея, в принципе, может делать решение и запускать его доступным для всех. Мы сейчас взяли такую простенькую ситуацию, когда у нас есть какой-то человек, которому пришла в голову идея, он является одновременно у нас и заказчиком, и менеджером, например, и он нашел себе разработчика, разработчик говорит, я все это, конечно, напишу, запущу, и все это у нас будет прекрасно работать. То есть у нас все сводится, грубо говоря, к одному исполнителю. И в этом, в принципе, нет ничего плохого, куча приложений, которые так написаны, так работают и так далее, но если мы создаем уже какое-то такое серьезное решение, которое рассчитано на большую нагрузку, на какое-то большое количество пользователей, то нам, как правило, нужны уже специалисты, которые нам могут в чем-то как-то подсказать. Системных архитекторов, как правило, очень мало, хороших тоже очень мало. Кстати, на прошлой картинке у меня еще аналитиков не было, аналитики тоже там большую роль довольно-таки играют. Так вот, системный архитектор, как правило, есть в очень большой команде, и он, как правило, ограничивается общей концепцией идеи и уже отдает разработчику конкретные какие-то решения на его усмотрение. Там, какой движок баз данных будет использоваться, как там построишь взаимодействие. Как правило, в это системный архитектор не лезет. Он ограничивается общими концепциями. И вот мы сейчас с вами рассмотрим такое приложение, которое может быть написано разработчиком, и что приходится вот мне, например, с таким приложением делать. У меня, я взял пример архитектуры из нашего кошелька, когда у нас есть наш мобильный кошелек, в котором я уже работаю больше года. Есть у этого кошелька какой-то бэкэнд, какая-то серверная часть, которая работает на нашей стороне. И есть какие-то сторонние сервисы, с которым этот бэкэнд может работать. В моем случае это клиент и монет. Но чтобы вас не погружать вот во все эти нюансы, криптотехнологии и так далее, мы для простоты скажем, что у нас есть какое-нибудь приложение, не знаю, для покупки билетов на поезда, и у нас есть сторонний сервис, какой-нибудь там сервис РЖД, который позволяет через API обращаться к нему и какие-то в ответ на какие-то запросы присылать какие-то ответы. И наш бэкэнд, то, что нас написал наш разработчик, по сути представляет собой именно вот это вот приложение, которое слушает запросы от фронтенда, там, не знаю, на мобильном телефоне установлено приложение, работает со сторонним сервисом, что-то выполняет само и возвращает ответ вот нашему фронтенду. То есть мы, как DevOps, мы, как правило, работаем с бэкэндом. Фронтенд нас очень мало колышет.
И мы сейчас с вами сфокусируемся на бэкэнде. Опять же, я говорю, DevOps – это может быть отдел инфраструктуры, системные администраторы, как угодно их можно называть. В общем-то, это отдел эксплуатации, так скажем, приложений. И, как правило, если разработчик написал свое приложение, он дает какой-то репозиторий, не знаю, на флешке дает вам код, как угодно вообще, передает вам код и говорит то, что этот код нужно запустить на сервере, у сервера должно быть там столько-то оперативки, столько-то ядер и жесткий диск такого-то размера. И нужно еще, чтобы была какая-то внешняя точка, в которую могло стучаться приложение. Вот в таком виде очень часто от разработчиков прилетает приложение, которое они считают готовым. То есть они у себя его написали, запустили, они проверили, оно работает как они хотят, и они как бы говорят, вот эту штуку мне запустите. Мы сейчас с вами полезем немножко глубже и будем разбираться. То есть у разработчика, как правило, нужно спросить все-таки, что там у тебя внутри происходит. Если разработчик это какой-то, который не работал, там, я не знаю, с микросервисами, еще с чем-нибудь, мы выясняем, что у него внутри. И в частности, я придумал вот сейчас нам такую архитектуру, когда у нас внутри этого репозитория, этого кода есть несколько логических блоков. Есть часть, которая слушает запросы от фронтенда, это наша API какое-то. Есть часть, которая записывает что-то в базу данных. Есть часть, которую я назвал посредник, которая по каким-то поводам стучится в наш сторонний сервис, пусть это будет сервер нашей RGD. Есть какая-то часть, которая по плану выполняет какие-то действия, и есть файловая база данных. Если мы видим файловую базу данных, уже пора как бы бежать и прятаться, потому что если кто-то что-то там хранит из данных под ногами, это уже очень такой большая проблема. Но не суть важно. У разработчиков вот это вот все выглядит как единый блок. То есть он говорит, вот папочка, в этой папочке файлики, вы просто на сервере напишите, я не знаю, node index.js там //start, и все, и оно будет работать. То есть у него вот эта вот вся штука, она работает как такой единый монолит-сервис. Опять же, я не говорю, что это как прям вот всегда так. Очень часто люди пишут нормально, разделяют на логические блоки, и все у них четко и прозрачно, но, как правило, это такой единый монолитный кусок, который там что-то делает. И тогда мы начинаем разбираться. Для начала мы говорим, давай расскажи нам, что вот эти все куски делают. Опять же, DevOps-инженер не факт, что это должен делать, но вот в моем случае я понимаю, какая у меня инфраструктура, и я понимаю, как на ней лучше организовать работу приложения. И поэтому я начинаю изучать, что там у него происходит, и он говорит то, что вот у нас, когда, не знаю, мы хотим купить билет, мы отправляем запрос, у нас слушатель слушает этот запрос, затем он хочет узнать у сервиса RGD, например, есть ли там доступные билеты. Он передает этот запрос вот этой части кода, который у меня является посредником, посредник там стучит, что-то там узнает и возвращает ответы. В частности, там, да, доступно место там из Москвы куда-нибудь в Саратов, столько-то будет стоить. Параллельно, например, у нас есть вот такая часть, как писатель. Писатель постоянно ходит на сервер RGD, например, и записывает в нашу базу данных наши какие-то важные для нас действия. Он может, в принципе, записывать в нашу базу данных информацию о доступных билетах, и у нас, может быть, запрос проходит через нашу базу данных. А к внешней базе данных он может ходить за какой-нибудь расширенной информацией, которой нет здесь. Не представляю я, что может быть такой расширенной информацией для билетов. Не знаю, модель локомотива, все что угодно. В кошельке это посложнее, там можно пойти и посмотреть, не знаю, историю транзакций и всего чего угодно. Но суть в том, что у нас запросы какие-то ходят через посредника и возвращаются, а что-то мы записываем в нашу локальную базу данных. И есть еще планировщик, который периодически в эту базу данных ходит и что-то там делает. Например, он может удалять заказы, которые были не оплачены, может оптимизировать базу данных, может собирать статистику какую-то и куда-нибудь отправлять. То есть какой-то кусок, который вот ходит, да, и выполняет какие-то действия с этой базы данных. После того, как мы выяснили, что у нас есть такие вот блоки, мы просим разработчика разбить его вот это вот огромное приложение на части, которые могут выполнять эти блоки порознь. Может произойти несколько таких, скажем, внештатных ситуаций. Разбираем их по очереди. Например, у нас пропала связь с внешней базой данных, с нашим сервисом RGD, с нашим клиентом монеты, с чем угодно. Что у нас происходит? Так как у нас приложение монолитное на данном этапе, чаще всего при возникновении ошибки оно вылетает, и мы уже не можем дать пользователю ответ, потому что у нас уже вышла ошибка в коде, если ее как-то там не обработали. Если у нас это все разбито на блоки, мы, например, знаем, что у нас блок слушателей еще продолжает работать, и если человек уже купил билет и хочет просто открыть приложение и посмотреть, когда там у него что, куда выезжать, с какого вокзала, то, в принципе, вот эта часть слушателей с базы данных,
он все еще работает. Если мы это кладем в свою базу данных, мы вот эту вот часть можем уже выполнить. То есть мы не сможем купить новый билет, но, скажем, текущие наши билеты все пользователи посмотреть смогут. Это уже хорошо. Кроме того, планировщик может продолжать работать, там, отправлять отчеты, удалять неоплаченные заказы и так далее. Просто давайте все эти блоки сейчас приближимся. Что может еще быть? Может сломаться вот эта часть, которая стучит к нам во внешнюю базу данных. Опять же, тут, во-первых, мы можем продолжать смотреть, что у нас есть в нашей базе данных. У нас планировщик может обрабатывать нашу базу данных. И писатель может точно так же ходить, например, вон в ту вот внешнюю базу данных и докладывать в нашу базу данных информацию о наличии билетов. Пусть мы не сможем сейчас купить наш билет. То есть у нас вот эта вот часть, которая покупает билет, вот этот посредник, он не работает, он сломался у нас. Но тем не менее у нас вот этот весь основной функционал будет работать. В том случае, если у нас код разбит на такие логические блоки, и каждый из логических блоков запускается отдельно. Это все требует перестройки часто довольно серьезной архитектуры и кода. В результате мы, как правило, имеем точно так же одну папочку, один репозиторий, может быть, один исполняемый файл, который мы можем запускать с разными конфигурационными параметрами, с разными ключами и так далее. То есть это может быть, я не знаю, start server.js минус-минус listener минус-минус writer минус-минус там scheduler и так далее. То есть у нас внешне остается точно так же одна директория, но в ней разные блоки и разные процессы запускаются, и эти процессы между собой не связаны. И вот в таком вот разобранном виде этим управлять намного быстрее, удобнее, стабильнее, проще. Куча преимуществ, сейчас доберемся, пока рассматриваем стабильность. Значит, дальше, что у нас может? Может сломаться писатель, тот самый, который ходит в ту базу данных и нам докидывает информацию в нашу базу данных там, о купленных билетах. Опять же, частично функционал у нас может работать. Мы можем пытаться купить, и пока мы пытаемся купить, может быть, у нас писатель потом починится, и данные уже об этом прилетят в базу данных. Планировщик работает. В общем, вот такой вот контр работает, даже если сломался этот блок. Что у нас осталось? Сломанный планировщик. На это нам, в принципе, вообще, как правило, все равно. Должен сказать то, что часто такая ситуация встречается, прям вот достаточно в open-source приложениях, когда у них их же код запущенный. У них там вроде бы один процесс, но у них там в коде, в цикле написаны какие-то действия там раз в 30 минут почисти базу данных, раз в час выполни то-то, то-то. Просто цикл какой-то по кругу делай, пока там что-то не случится. Просто какие-то регламентные задачи, и они вот здесь вот болтаются в этом планировщике. И в то же время, если планировщик по какой-то причине не срабатывает, целиком все приложение падает, потому что вылетают какие-то там исключения. Так вот, нам на планировщик этот вообще все равно, мы можем, чтобы он сбоку где-то висел, и если он вдруг не работает, то, как правило, это не страшно. Ну, отчет там кому-то вовремя придет. Ну, мы не почистим неоплаченные заказы вовремя. Ничего страшного. То есть, не работа планировщика не должна сказываться на стабильности всего приложения. А, как правило, в изначальной архитектуре, так как это все часть единого куска, то что-то такое незначительное, как поломка планировщика, она рушит нам вообще работу всего приложения. Значит, у нас остались две критичные достаточно вещи. У нас может сломаться наш API, наш слушатель. В таком случае у нас приложение фронтенд, установленное на мобильном телефоне у кого-нибудь, оно в принципе не работает, нет никаких данных. Тем не менее, у нас все-таки может писатель продолжать наполнять нашу базу данных, планировщик нам что-то обрабатывать. То есть какие-то части кода все равно продолжают работать. Ну и самое страшное, когда у нас сломается база данных это вообще, как правило, самое важное, что у нас есть. В таком случае у нас не работает большая часть функционала, но тем не менее мы можем какую-то дополнительную информацию там с сервисов РЖД получать. Я сейчас все это для простоты из пальца высосал, что это сервис РЖД. Тут может быть все, что угодно. То есть, как можете представить, какую угодно архитектуру, подумать, какая у вас там есть на работе и где архитектура приложений. Все, как правило, разбирается на части. Так вот, давайте мы просмотрели все эти штуки. Выяснили то, что когда у нас код разобран на такие блоки, и эти блоки запущены изолированно, пусть это будет сервер, так скажем, то у нас приложение работает, как правило, более стабильно. Просто у нас на нашем сервере, виртуалке, как угодно, запущено не одно приложение, а 5 приложений, которые между собой, может быть, связаны, может быть, не связаны, но в целом, если это написано грамотно и грамотно состыковано, работает стабильнее. В моем случае это у меня докер-контейнеры, в которых это все точно так же разобрано на части. В каждом докер-контейнере один главный процесс, он выполняет одну задачу,
И все это работает стабильно, меньше точек отказа. Значит, после того, как мы это разобрали, мы можем с вами поговорить о том, что мы можем это все масштабировать. Например, для большей отказоустойчивости. Проще всего у нас масштабируется API. Мы говорим то, что давай мы будем запускать на нашем сервере не одно приложение вот, слушателя, а три приложения слушателя, например. И будем или распределять, или не распределять запросы с каждым. Если запрос пришел на просмотр данных каких-то, которые есть у нас в базе данных, сходим в нашу базу данных. Если прилетел запрос на внешнюю какую-то информацию, это может прилететь на другое приложение через посредника сходит в базу данных. И смотрим, что можно таким образом масштабировать. Как правило, все то, что читает информацию, можно горизонтально масштабировать как угодно. То есть мы берем с вами и запускаем кучу таких API-приложений и, скажем, посредников. Потому что посредники у нас тоже ничего не делают. Это точно такое же API, просто мы внутри к нему стучимся, и оно точно так же ходит на какой-то наш внешний сервис. Когда мы сможем с вами вот так вот разбить это все на несколько контейнеров, можем сделать нашу всю эту инфраструктуру немного отказоустойчивой. У меня здесь, видите, снизу появился уже не один сервер, а два сервера. И появился помимо HTTPS еще какой-то балансировщик. То есть мы возьмем и кинем два контейнера, два приложения на один сервер, а еще там одно, два, пять на другой сервер. И если у нас один из серверов выходит из строя, или у нас сетка сломалась, или сервер, или виртуалка, в случае Amazon у меня это все разбито по разным дата-центрам, если дата-центр вышел из строя, если там хранилище сломалось, все что угодно может произойти на аппаратном уровне, то у меня второй дата-центр продолжает работать, беря на себя нагрузку. Так вот, и еще у нас перед этим всем стоит балансировщик, который раскидывает запросы. Мы можем настраивать балансировщик, указывать, нужны ли нам стики сессии, то есть нужно ли нам, чтобы запрос от одного и того же пользователя, приложения, телефона прилетал к тому же самому API, или нам это не нужно. Зависит от архитектуры приложения. Как правило, эта часть довольно-таки простая, и разработчику редко нужно что-то делать для того, чтобы можно было бы вот так вот масштабировать. Он, как правило, говорит, запускайте хоть 15 штук. Бывает, что разработчики делают так, что у них API по какой-то причине не только читает, но что-нибудь и пишет, например. Если оно еще что-то начинает писать, то, как правило, несколько писателей работать одновременно не может. Там появляются локи, что на файловой базе данных, что на какой угодно базе данных, как правило, писать может только кто-то один. Может быть, конечно, какое-нибудь расширенное, продвинутое приложение, и там они могут как-то сегментами писать, но это маловероятно и тоже довольно-таки ограничено. То есть тут уже разработчику нужно убедиться в том, что у него есть те части, которые только читают, и эти части, которые только читают, можно горизонтально масштабировать сколько угодно раз. Мы видим то, что у нас все равно остались узкие места. У нас остался один планировщик, один писатель, одна файловая база данных. И мы начнем, наверное, с базы данных, потому что файловая база данных, как правило, это вообще беда. Если у нас файловая база данных, то она в большинстве случаев находится на нашем одном этом сервере. Соответственно, когда мы запускаем второй сервер, ему нужно этот диск или по сети монтировать, или как-то к этому диску обращаться. И если сервер с диском выходит из строя, то это уже, конечно, плохо, потому что у нас сразу падает вся база данных. Редко так кто делает, но тем не менее такое может произойти с файловой базой данных. Есть какие-нибудь сетевые хранилища. Мы можем подключить надежный какой-нибудь там NAS, SAN, в котором точно эти диски в 15 раз зарезервированы, там 6 каналов связи к ним проходит, и мы можем этот диск, эту файловую базу данных подключить на 300 машин, и будет и производительность та же, и все будет прекрасно. Ну, редко кто так делает, так признаемся, но в облачных хостингах есть для этого такая возможность. Тем не менее, с вот этими локальными файлами, вот этими файлами, базами данных, все очень часто упирается в производительность, в масштабируемость, в отказоустойчивость и так далее. Если есть возможность, мы просим использовать какие-то нормальные SQL, NoSQL базы данных. Например, мы создаем кластер Postgres, и это нам дает сразу кучу преимуществ. Во-первых, мы можем этот кластер точно так же растащить на несколько зон доступности, на несколько машин, как угодно. Кроме того, кластеры баз данных, как правило, очень умные. Например, мы говорим то, что у нас есть одна точка на запись и там 15 точек на чтение. И тогда у нас писатель будет работать только с одной точкой на запись, и это, скажем, будет одна виртуальная машина, которая пишет. А вот этот весь огромный поток запросов, он будет читать с 15 других машин, например. То есть у нас в базе данных там на 16 машин виртуальных, условно говоря, одна из них пишет, а еще 15 с нее постоянно реплицируют изменения и дают пользователям их считывать. Таким образом, у нас распределены запросы на запись и на чтение. Кроме того, у нас есть современные наши крутые всякие базы данных, в которых, если, например, ломается мастер, в котором мы писали, любой из реплик берет на себя функцию мастера, и в него можно начинать писать.
Это дает нам очень хорошую, во-первых, отказоустойчивость, во-вторых, распределение нагрузки, в-третьих, как правило, это намного выше скорость. Это решение может быть, безусловно, дороже, тут зависит от того, что мы, конечно, пилим. Если мы что-то пилим серьезное, как правило, мы поднимаем кластер баз данных. Так вот, когда мы подняли кластер баз данных, видите, снизу у меня появилось еще вместо одного жесткого диска, который у нас был на прошлых слайдах, несколько таких серверов баз данных. С серверами баз данных, допустим, разобрались. Опять же, тут разработчику, как правило, нужно производить какие-то действия. Возможно, ему нужно будет ввести в код изменения для точки точку на запись, точку на чтение для его кода, чтобы мы могли указывать разные точки входа в кластер для читающих элементов и разные точки входа для записывающих элементов. Тут, как правило, нужно какое-то изменение со стороны кода. Дальше. Мы сказали, что у нас сервис RGD. Скажем, что у нас у сервиса RGD нашего, допустим, есть несколько точек входа для отказоустойчивости, потому что мы выяснили, если он падает, мы, в принципе, делать ничего не можем. Поэтому посмотрим, есть ли еще несколько таких, и поднимаем их. У меня в случае кошелька это клиент монеты, который крутится у меня локально, и, как правило, у меня в продакшене и в стейдже больше, чем одна реплика этого клиента монеты. То есть мы для себя разворачиваем клиент монеты сами, к которому никто, кроме нас, не обращается, а этот клиент монеты сам по пиринговой сети ходит, со всеми остальными клиентами монеты синхронизируется. Так вот, если у Амазона, опять-таки, падает дата-центр, если вдруг какой-то блок кривой прилетел, если вдруг сломалось по нашей вине, мы там что-то не то накатили, у нас всегда есть реплика, и с этой репликой мы можем работать. Тут разработчику тоже нужно вводить изменения. Как правило, разработчик говорит то, что вот я в коде ожидаю одну точку входа. Не знаю, IP-адрес, двоеточие, порт. А тут мы его просим сделать так, чтобы можно было на точку входа передавать массив значений. Несколько IP-адресов с портами. Причем неограниченный массив. Это может быть там 5 реплик, 2 реплики, 1 реплика. Скажем, для каких-то тестов мы будем одну реплику давать, а для продакшена у нас будет 5 таких клиентов монет для большей отказоустойчивости. Это, как правило, тоже нужно учитывать в коде. То же самое с вот этим нашим писателем. Он должен иметь возможность точно так же, как вот этот наш посредник, работать с таким массивом и переключаться между ними. С точки зрения клиентов монеты и нашего бэкэнда тут немножко тяжелее, потому что у нас пиринговая сеть, и у нас состояние вот этих вот реплик может быть немножко разное. То есть они синхронизируются не слишком синхронно. Это все-таки пиринговая сеть. И чтобы не возникало каких-то проблем, например, можно сделать так, чтобы писатель при включении проверял вот этот массив доступных ему каких-то сервисов, подключался к одному и висел на нем. Если он вдруг сломался, он переключается на другой, висит на нем. То есть не скачет туда-сюда вот так вот. Для каких-нибудь посредников это может быть все равно. Каждый запрос может прилетать на новый сервер, например. И это все будет работать достаточно стабильно. Это важно, как правило, той штуки, которая пишет что-то в базу данных. Я надеюсь, вы не устали и следите еще за процессом. Значит, мы уже с вами получили, вы видите, снизу у нас все больше и больше элементов задублировано. И это дает нам, как правило, большую надежность, как правило, большую производительность, стабильность и так далее. Теперь нам нужно разобраться с писателем. Писатель у нас сейчас был таким самым единственным элементом, который не мог быть никак задублирован. И если он вдруг ломался, то все становилось плохо. Так как это писатель, я уже говорил, как не может быть больше, чем одна реплика запущена того, кто работает на запись с базой данных, только если вы не намутили какую-то интересную схему, когда вы можете, не знаю, в Mongo писать в 16 разных коллекций. Я не представляю себе, я так себе разработчик и так себе DBA, я просто знаю то, что, как правило, пишет один только элемент. Так вот, мы можем себя обезопасить и поднимать еще несколько таких же писателей, но чтобы они находились в таком холодном резерве. То есть они ничего в базу данных не пишут. Они точно так же могут ходить на вот эти вот внешние сервисы, но в базу данных ничего не пихают. Если вдруг текущий писатель по какой-то причине ломается, они начинают пихать. Как, не знаю, как вариант, когда вот этот писатель что-то пишет в базу данных, там возникает какой-то лог. И вот эти вот реплики дремлющие, они могут постоянно проверять базу данных на наличие лока. Если лог вдруг исчез, брать на себя ответственность и начинать писать сами. Таким образом, мы уже себя обезопасим, у нас это все начинает работать более-менее стабильнее. Кроме того, мы выяснили, что когда у нас писатель подыхает, и если он подох там на какое-то короткое время, наш полный функционал приложения это не сильно ломает. То есть билет мы купили, просто он как купленный подтвердится, ну не сразу, а как починится, поднимется, заработает вот эта вот часть. Тут нужно оговориться, то, что если у нас код в принципе падает и ломается, это, конечно, нас не сильно выручает. Это именно с инфраструктурной точки зрения. Если ломается связь, сервер, сеть, дата-центр,
Может быть, какие-то кривые обновления, потому что мы вот здесь вот можем, например, в случае Kubernetes моего родного, обновлять постепенно, как роллинг деплой, как канаречный, как блюгрин, как угодно. То есть мы запускаем новое обновление, оно обновляет один контейнер какой-то, например, вот этот первый API. Если этот первый API работает нормально, он начинает по одному заменять следующий. Если вдруг вот этот API сломался, у нас все это время трафика на нем не было, у нас продолжают работать прошлые его версии, и тогда этот сломанный API откатывается назад, вместо него восстанавливается предыдущая версия. Но это мы далеко залезли в Kubernetes автоматизацию. Просто когда у нас больше реплик, это, как правило, нам стабильнее и лучше работает. Теперь будем рассуждать. У нас с вами появилось такое более-менее стабильное решение. Планировщик мы с вами никак не задублировали, потому что мы выяснили, что он запускается просто периодически и выполняет какие-то действия. Если он вдруг сломался, ничего страшного, кто-нибудь придет, починит. То есть нам не нужно постоянно в дремлющем режиме запущен еще один планировщик, который там что-то делает. Нужно только сказать, что если он выполняет кучу разных действий, лучше, чтобы это было куча разных планировщиков, чтобы вы точно знали, какая часть у вас когда что делает. Опять же, в Kubernetes это у меня кронжобы, которые каждый выполняет какое-то одно простое действие. Если там это очистка какая-то, это один кронжоб. Если отправка отчета, другой кронжоб и так далее, и так далее, и так далее. На чем меньшие кусочки логические мы это разобьем, тем стабильнее оно будет работать, чем когда это огромная такая мотня ужасная. Так вот, более-менее мы это все стабилизировали с точки зрения инфраструктуры. Мы знаем, что так оно будет работать у нас стабильно, и мы защищены от каких-то сбоев. Теперь главный вопрос, который возникает перед разработчиками приложений, особенно если нет отдела тестирования, особенно если нет никаких системных аналитиков, и мы вообще ничего себе не представляем. Вот у нас был с вами какой-то трафик на нашем балансировщике, на нашей точке входа. Не знаю, там, пусть у нас 10 пользователей в час или в минуту. И вдруг приложение стало популярным, не знаю, билеты подешевели, война началась, все что угодно. И у нас пришло 10 тысяч пользователей. Что в этот момент происходит? В этот момент у нас происходит затык, и приложение перестает у нас, как правило, отвечать. Оно висит. Для него это фактически как DDoS-атака. И для этого как раз уже нужны инфраструктурщики, которые умеют быть к этому готовы. С облаками нам это полегче, но, в принципе, это можно к этому подготовиться и без облаков. Так вот, когда у нас прилетает куча таких запросов, если мы с вами отработали, и у нас вот этих вот контейнеров много, или мы, может быть, настроили какой-то автоскалер, который говорит, что если у нас повышенное использование ресурсов нашими API, запускать еще одну реплику. Опять же, в Kubernetes это все делается автоматически. Ну, не то, что автоматически, из коробки там этот функционал доступен. Так вот, когда у нас прилетает дофига запросов, мы можем сделать дофига этих вот API наших приложений, если они не справляются, но, как правило, у нас затыком начинает быть база данных. Если мы с вами сделали крутой кластер Postgres, который у нас точно так же по запросам начинает реплики на чтение добавлять, это уже хорошо, хотя тоже занимает какое-то время. Если нам разом прилетело очень много запросов, так быстро у нас кластер баз данных не отработает масштабирование, не добавит еще одну реплику. И, как правило, тут мы можем заранее предугадать, как только нам показали приложение, что нам нужно внедрить кэш. Разработчики, как правило, его внедряют, но точно так же очень часто на моей практике не внедряют. Нам нужно добавить помимо нашей базы данных какое-то хранилище данных более быстрое в оперативной памяти, куда будут прилетать запросы и, соответственно, ответы самые частые. Не знаю, сколько стоит, сколько у нас сегодня там поездов Москва-Саратов, наш любимый. Никогда не был в Саратове, я даже не представляю, где Саратов. Ну так вот, будут прилетать такие запросы, чтобы каждый раз наш API не лез в базу данных и не грузил базу данных этих запросов этим, у нас API первое, в кого прилетел этот запрос, сколько билетов, посмотрела в базу данных, положила в кэш. И все следующие запросы на все другие API будут лететь в этот кэш, в оперативную память. И тем самым снизится сильно нагрузка на нашу базу данных. Этот кэш намного дешевле, намного быстрее, он меньше, чем база данных. Но тут от разработки требуется как раз-таки сильные архитектурные изменения. Им нужно научить свои приложения работать с этим кэшем, очищать этот кэш, обновлять этот кэш. Это прям такой большой блок, который редко разработчиками учитывается. Средненькими, маленькими разработчиками, большими, серьезными, более-менее опытными учитывается. Так вот, у меня на картинке здесь появился такой вот кластер кэш-хранилища. Не знаю, пусть это будет Redis, например. То есть помимо кластера баз данных у нас появляется с вами еще такой вот кластер с Redis. Теперь мы уже более-менее спокойны. Мы понимаем, что у нас вот это вот огромное количество запросов, здесь эта штука справится на чтение. Мы можем точно так же вот здесь вот посредников увеличить. То есть если начинают много запросов от API прилетать на посредника,
посредников докинем, лучше в автоматическом режиме, и тут уже нам нужно, чтобы вот этот вот внешний сервис не завалился. Например, в нашем кошельке очень часто манера монетка такая, она очень много жрет трафика, и если бывает всплеск какой-то нагрузки большой, несмотря на то, что вся вот эта вот часть наша отрабатывает на отлично, начинают заваливаться клиенты монет, и нужно периодически еще клиенты монет докидывать. Они не сказать, что дешевые, но вот тут тоже достаточно тонкая настройка докинуть, и когда нагрузка упала, отключить обратно, чтобы деньги не платить за те ресурсы, которые простаивают. То есть вот эта вся штука у нас начинает масштабироваться и работать довольно быстро. Сейчас у нас при такой схеме затыков быть не должно. Вот этот маленький писатель, если вдруг пошел завал запросами вот этих вот наших внешних сервисов, клиентов монет, не обязательно нами. Если билеты подешевели, все остальные сервисы продажи билетов точно так же заваливают эту штуку запросами, она быстро-быстро генерит что-то, и если они у себя там не налажали, у них эта штука начинает отвечать и наполнять свою базу данных довольно-таки быстро, и нам нужно, чтобы наш писатель тоже справлялся. Тут нам нужно ему дать какой-то запас по производительности. Так как мы для него не можем накидать дополнительных реплик, нам нужно убедиться, что на его инстансе, машине, виртуалке, докер-контейнере есть простор для того, чтобы он мог сожрать больше оперативки, процессора, я не знаю, что он там у нас использует, чтобы ему было куда вырасти. И, соответственно, в кластере нам нужно убедиться, что у нас в нашем Postgres-кластере, у нас Postgres, мы, по-моему, с вами решили, есть достаточное количество иопсов на запись, то есть чтобы он справлялся с тем потоком данных, которые в него наш писатель будет ногами запихивать. В случае облаков это на себя берут, как правило, облачные провайдеры, и тут у них все нормально. По крайней мере, у моего любимого Amazon. Так вот, мы сами вот сделали такую архитектурку, она у нас более-менее такая красивая. Мы с вами теперь посмотрим вот на это масштабирование еще раз здесь. Мы, скажем, разбили наш, то, что мы с вами сейчас определили как инстансы, мы с вами прошли по постовому пути. У нас есть отдельные виртуалки, серверы для клиентов монет, отдельные виртуалки для баз данных, отдельные виртуалки для наших серверов приложений, отдельно для кластеров кеша. Опять же, у меня это все докер-контейнеры, не суть важно. У нас здесь с вами, будем говорить вот этими линиями, три разных дата-центра. Они физически находятся в разных местах, и между ними настроена связь. Причем можно пойти вообще очень далеко, только это настроить гораздо-гораздо сложнее и сделать, что вот это у нас находится в Амазоне, это там в Ажуре каком-нибудь, а это в Google Cloud. Тогда мы вообще с вами в шоколаде. Но синхронизацию, конечно, постгрессов между вот этими вот облаками и кэша, ну, скорее всего, будет невозможно настроить, но это уже нюансы такие для катастрофы устойчивости. Как правило, нам это не нужно. Но если нужно, мы сделаем. Так вот, мы вот привели такой пример. У нас три дата-центра, и между ними у нас напихан этого, как мы решим. И балансировщик накидывает эти запросы. И спереди у меня еще появился DNS и Firewall, который умеет отсеивать DOS-атаки, лишние запросы и, соответственно, передает данные нам сюда, на наш балансировщик. И балансировщик это все раскидывает по данным дата-центрам. И если вдруг что-то где-то падает, какой-то один кусочек или какой-то целиком дата-центр, у нас вся эта штука продолжает работать. Причем, если у нас грамотно сделано приложение и, как правило, грамотно здесь это stateless приложение, которое можно в любой момент убить, и это никак не сказывается на пользовательском каком-то опыте, потому что запущены другие реплики, и следующий же запрос прилетит на живое приложение, и пользователь даже не заметит то, что где-то что-то упало. В общем, с таким автомасштабированием у нас все в шоколаде. И вот так мы стремимся делать. И последний у меня слайд остался для тех, кто дотерпел. Мы можем сделать точно так же несколько сред. То есть мы распихали нашу одну среду по нашим нескольким дата-центрам, но тем не менее у нас крутится, грубо говоря, одна версия нашего API, какая-нибудь там 2.0.1. И одна какая-нибудь версия там нашего сервера баз данных клиентов монет. Мы создаем еще одну среду, которая, скажем, послабее. Но в ней мы можем, например, на ней отработать обновление клиентов монеты. И если у нас вышло обновление какого-нибудь там Neo, мы его выкатили в эту среду и убедились, что вся эта штука у нас нормально работает. После чего переключили на уровне DNS трафик сюда, обновили эту штуку здесь, переключили обратно. То есть у нас не просто в одной среде несколько дата-центров, у нас еще несколько сред распиханных по нашим дата-центрам. И тогда у нас это точно работает стабильно, шикарно, надежно. Голос у меня сел так надрываться, как-то сухо в помещении. Я надеюсь, это будет кому-то полезно. Пусть это получилась целиком теоретическая лекция, но если вы поняли, о чем я здесь говорю, вам будет легче потом разбираться с теми инструментами, которые позволяют вот эту всю штуку организовать. Потому что очень часто можно встретить тех, кто просто впихивает инструменты ради инструментов, не понимая, что они дают.
Причем это встречается не на уровне инфраструктурщиков и каких-нибудь рядовых DevOps-инженеров. Это приходят какие-нибудь тим-лиды, системные архитекторы и прочие товарищи, которые просто знают, что есть решение, оно позволяет что-то сделать. Они не понимают, нужно ли это в конкретной данной ситуации, но они его впихивают. Я уже столько раз с этим сталкивался, что уже устал. Мы с вами так делать не будем, поэтому сейчас с вами разобрались, как выглядит архитектура, приближенная к идеальной. Мы выяснили, что нужно разработчику учитывать при написании приложения под такую идеальную среду. И в следующий раз мы уже под конкретное применение такой среды к моему любимому Kubernetes будем разговаривать. Вот и все. Спасибо. До встречи.